Всем здорово, пацаны, с вами Явин. Мы продолжаем играть на сервере с матерами Та номер 3. Все как всегда. Сегодня мы будем покупать мне Жигули, точнее ВАЗ-2101, как в реальной жизни. Делать ее как более похожей. Но прикол в чем, почему я так именно записываю начало. Потому что у меня первая часть видоса не записалась. Фиг знает почему. И потому начинаем уже с другой части видоса, когда я уже начинаю ее покупать. Но это, можно сказать, и начало, но не начало. Там перед этим еще 2 минуты было видоса. Так как вы не собрали на ролике с BMW 20 лайков, то M4 я все-таки продам, не буду ее тюнить. А если хотите, то можете еще попытаться набрать 20 лайков, тогда я затюню M4. Ставьте обязательно лайкосик по данной серии, пишите комментарии. Вступайте, кстати, кто новый подписчик, вступайте, там есть в описании ссылочка на мою на вст... Не, ссылочка на мою беседу, вы просто нажимаете, и вы сразу присоединяетесь к моей беседе подписчиков ВК. Ну что, поехали. Приехали в АвтоВАЗ, заходим и покупаем этот капиндос. Неужели? Так, купить. Можно мне номерки? Сейчас такие блат выпадут, я недаром же покупал эти сливы. Так, я пока не вижу, еще не вижу, не вижу, не вижу. Ум, 282. Почему не 228? Можно вопрос? Ну хорошо, почти с цветом угадали, мне тоже на серый. Я, короче, половина то, что здесь не сделаю, потому что у меня, во-первых, у меня стоят диски, которых здесь вообще таких приблизительно нет, это раз. Во-вторых, у меня бампера пятерочные, это два. В-третьих, у меня люк стоит. В-четвертых, у меня это торпеда, да, здесь копеечная, а у меня стоит шестерочная. Задние фонари вообще не те. Спереди. Хотя нет, если бампер. Короче, это сложно будет. Да ладно. Крышки капота нету нифига, ну ладно. Спойлера. Нет, такого. У меня есть спойлер, но... А в чем ты был убрать спойлер и спойлер? Дин. Я понял. Так, расширение арок фендера. Так, фендеров у меня нету. Нету тоже. Там можно потом построить прикол. Нет, у меня фендеров. Типа он прикольный дрифтик. Не дрифт, такой сделать можно, я уже делал. Так, передний бампер. О, он сейчас найду. Так, губа, это нету. Это бампер, это не то. Это типа с одним, да. Да. Не то. Это жестко, конечно, но... Можешь поставить прикол губу, что ли? Или ставить слово бампер. Плюс слово вставляется сзади. Сзади добавляет. Вот, кстати, моего соседа такого, так же просто без антенны, но задний фонарь тоже есть. И нет. Короче, с внешней нам ничего не подходит. Тупо ничего. Я понял. Ладно, поехали хоть диски что-то подберем. Чё он тут стопит меня? Кстати, лансер четкий поехал. И прям на равке. Я надеюсь, у меня опять красные диски не будут. Ура. Так, теперь что-то по дискам надо подобрать. Это примерно что-то такое. Так, не то, не то. Вообще, разварки. Нет, у меня не штампы стоят. Не эти колпаки. Если бы здесь вылета не было, это я бы с полочкой. Это с дом, где они? Это дом, башни, более-менее похожи, но если бы я колпачок, дом, башни, я их поставил. Вот эти, кстати, башни, но... Блин, они все с полкой. Что, без полки нет вообще ничего? Так, вот она, нет. Это вот она, нет. Ну, такое, не очень. Я это вообще не похоже. Я это не похоже. Так. Кстати, это более-менее... Ну, у меня это получается вот дырки, да, вот это, между шпицами эти. У меня она чисто полностью 5 шпиц, но они полностью заляты. Здесь с дырками. Вот, кстати, я ничего не буду говорить, но немножечко что-то есть в этом. Если бы бампера было бы вообще топ. Давайте белый свет с желтым оттенком. Так, вот задние 20. У меня только задние вот эти, задние полусферы. Задний стекло 20-ку. Боковые. Давайте все на 20-ку притонируем немножечко. Задние можно на 40-ку. Задние. Вот. Вот так более-менее, кстати. Да. Лимончик налепить по приколу. Я не буду. Так, автомобильные номера, опять у нас украинские номера. АВ 6520 АЕ. Да, номера проверить. Никто их, конечно же, не занял. Поставить за 500 тысяч.
установлен. Краткий обзор этой, хотя нас зачем мне это? Короче, бампер передний не похож, но морда более-менее, диски более-менее, ну почти. Вот эти, если бы не было, он сейчас может на фотошопе, хотя не буду. Салон вообще не тот, шопа, ну такой, ну есть такие черты маленькие, но вообще не, немножечко что-то не хватает. Давайте посмотрим, кстати, что под капотом. Давайте пятерочку или что там, я уже не помню. Подожди, пятерочка этот, а F5, кажется, да, капот и багажник, давайте посмотрим. А багажник что, не открывается? Да. Так. Мотор. Что? Не есть что-то здесь. Мне вот это интересно, вот это что за палочка возле капота? Вот это. Прям сказать, что такое. Да, ну похоже, что-то написано. Двигатель 21011. Ага. И все. И Россия. Не вижу, что написано. Ну, такое. Такая вот серия вышла. Более-менее создали похожую жигу, как в реале. Ну, мне нравится, хоть даже не... Хотя она даже не очень так уж похожа, но все равно мне нравится. Напишите вам, норм жига или норм. Обязательно поставьте лайкосик, напишите комментарий. Ну, а с вами была, всем пацаны, удачи и всем пока.